Пойдет. Да, вроде нормально было. Можно красную и ту фиолетовую. Ну, красную. Блядь, что за Да, цвет? да, 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 все, давай, стой, пойдешь. Ой, нафиг в эту цвет кала какого-то. Осеннего кала. Блевотина, ну да, да, да. Да, что белое ставит, то. Сейчас бы на форму обращать внимание. Ой, бля, ебать, хотел я тебя забил. Ну вот, все это было. Они, видимо, знают, что ты забиваешь. Блин, второй раз не ударишь. Ударить. Нормально пойдет. А давайте быстрее. Все, с Богом. Сорян. Что-то быстро, да. Центр. Кино. Ух ты. Ух ты, давай. Плохо не продумали. Вот свои. Эх, на забивать. А было сказано. Давайте защитники назад. Дим, тоже назад. Стоп. Даня, ты где? Куда ты убежал? Я убежал. Ты что, защитник какой? Не, ну ты же большой. Раз, два, три. Так как оно? Вот один он там и... Где смешит, куда тянуло? Забегает, о. Придет, блин, ну что это такое? Спокойная игра, я. Ну почему ты навесом пытаешься? Вот, я не Нет, я нижний пас нажал, а он не дал. А все, успокойтесь, все игра. Не, почему я не блокировал, блядь? Я, так не, ну, давайте, игра. Причем я фланг... Играй, все, спокойно. Бля, Андрюха, мы играть уже в пас их. Переведи. Забег хотя бы. Хорош. Офсайд, по-моему. Да играй, играй до конца. Ну зачем? Миша мог продолжить мне. Ладно, нормально. Хорошо, да. Хорошо. Успеешь, Паша? Ага. Я подстраховал. Ничего, 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 успевай. Хорош. Пипец, как он у меня принимал мяч. А, тут спокойно. Неплохо. Играем, играем, играем. Оп. Уйдет. Да, покровки давай, наверное, да? Все, сместись туда. Да, вниз? Нету, нету. Ну, я так откроюсь. Ага. Да, бля, как он у меня долго. Хорош. Хорош. Там надо было в серединку давать. Да, да, да. Забегай. Давай я его догончу. Да, страхуйтесь тут. Хорош. Я не знаю, кто у них... Подойдите кто-нибудь. Да нет, ну коннект убогий у меня. Так, или по бровке. По бровке, по бровке. Да, да, по бровке кидай. Ну, почти. Ну, у меня один вариант, я только одну кнопку нажал, направо и все. Хорош. А рот закрыть, скорее всего, будет и на ближку подачи. Олег прострелил тоже. На полукруге никого.
Фарши держите, он там типа забегает. Пойдет. Хорош, Дань, молодец. Хорош. Да. Отлично. Давай сразу кину стоять. Нет, можно? Да, да, да. Еще раз. Нет. А? Отлично. Мум Сева. Ой, блядь! Ладно, ладно. Так, Дань, давай вот сюда. Давай. А нет, смотри, перед ним. Вот сюда закину. Хорошо? Да, да. Раз, два, и забегай. О, давай, давай, выиграешь. Попробуй все туда. Не-не-не-не. Опасно. Хорош, хорош. Пока пропустим. Хорош. Дай. Мог мне, кстати, на фон. Хорош. Хорош. Пойдет. Хорош. Центр. Пойдет, давай, 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 давай. Наверное. Подписывай там. Хорош. Еще дальше пихни. Давайте, давайте, ну. Ошибаются. Хлеще, чем мы, даже намного хуже. Да, сильно не пискайте высоко их прям. Не увлекайтесь, смотрим. Не-не-не-не-не, Артём, ну куда? Блять. Нормально, сейчас уже не забьет. Хорош. Ай, сорян. Хорош. Отлично. Двигайтесь, не стойте на месте. Двигайтесь. Хорошо. Андрюх, мог мне пас отдать вверх просто. Я видел, не успел. Спасибо. О, хорош. Ну, очень близко, очень примитивно. Так, все, конечно. Конечно, по прямой. 45-е. Ребят, сейчас спокойненько играем примерно так же. То есть на своей половине так не выбрасываемся. Они, в принципе, позиционки не очень хорошо играют. Главное, контру попробовать организовать нормально. Подходы есть. Можем. Но у нас как бы моментов больше было, если что. Ну да, ну... У нас 100% у них один. Ну тут уже что считать по этим моментам? Мы один мяч сами себе привезли, по сути. Они тоже один привезли, но... Ну, привезли. Давайте, давайте спокойненько. Ну,
чисто было, я вот не понимаю, что за прикол. Спереди забирает мяч. Игра. Вынести. Пиздец, блядь. Блять, и вот опять отбор не идет, ни хера. Вынес, Лёв, правильно. О, зацепились. А так быстрее стараемся развивать. Вот это вот сейчас мы до этого давали назад. И... О, правильно, правильно. Да. Все, пошли, пошли. Разыгрывайте, разыгрывайте. Тащите, тащите, разыгрывайте. Ага. Сайт? Да. Да, да, да. Давайте. Вот видишь, в центре поля игрока не было, все. Оттуда идет пас. Кто подойдет? Так у нас ЦОП давал, получается, мы там обрезались. Вот я о чем и говорю, оттуда... Пас даю. Да, на правый фланг закинул. Миш. Ну, почти. Я возьму, а ты на мою позицию впереди. А, все. Хорошо. Давай, села. Ай-яй-яй. Нормально. Блин, не успел я. Так держал, блин, он не потянул его. Да, ничего, ничего. Хорошо. Блин. Да что ты не выбил? Господи. Я тоже выбивал, блин. Да мне кажется, какой-то коннект какой-то хуёвый. Давай, Сев. Делай. Ой, блядь! Ай-яй-яй. Как так-то? Ладно, ладно, ещё. Жаль. Бровка у тебя пошла. Да. Капец, блин. Да, что-то с ударами сегодня все плохо, я смотрю. Не идет мяч. Хорош. Да ну ладно. Блин, бабла. Да, непонятно, вот я выиграл. По хладнокровней немножко, то есть не старайтесь, чтобы это не стало запульнуть. Угу. У них есть места, можно атаковать. Фланг, смотри, Миш. Ну, опять же, давай, фланг. Хорош, пробуй что-нибудь. Дрова, Индуха!
В смысле? А там нарушение. Ясно. Он удар нажал, и там типа отбор зарегался. Или подкат, там, не знаю. Ты понял. Получилось, как будто он по ноге ударил защитник. Вперед, вперед, ребят, сейчас только вперед. Я, короче, вперед пойду сейчас. Саша, меня можешь запускать. Бля, да что за хрень какая-то происходит? Да ну нахуй. Паш, не надо было тебе там возиться, обостри там что-нибудь, уже все в штрафную бегут. Я хотел это пройти. Да забей, ну тут типа, мы играли десятером, типа. Ты понимаешь, о чем я. У нас изначально шансов не было забить, вообще практически шансов не было. Ну, у нас 3 шанса было. Ну, знаю. Извиняйте, парни, что-то вообще прям... Ничего. Нет, нет, я нормально так делаю. А я считаю, как бы... Как зовут второго нападающего силы, который... Он ничего вообще не сделал. Так а я что сделал? Мимо. Ну ты открывался хорошо, что-то бил там. Что-то бил, ты меньше что-то бил. Ну, в плане он играет очень примитивно, и он читает. Его действия читаются, они просто мяч у него забирали, пока дают. У меня только он нападающий вроде как. Все, парни, я все. А вот я о чем и говорю, что он не нападающий, он на этой позиции, ну, вообще теряется. Нам не хватает нападающего вообще. Если бы, может, мы забили бы. У нас моменты были неплохие, мы могли забивать. Они были, согласен. Ну так, а что тогда? Они забили. Сами себе привезли, причем 2 мяча, по сути. Атака сыграла не очень. Ну, да, я тебе говорю, что у нас забить не получалось. Именно не то, что атака, а в атакующих действиях. А, я считаю, не надо ему там играть. Ну, типа, он в центре поля лучше играет. А кого вот так? Ну тот же Вадим, он лучше играл. Но Вадим не смог сегодня, что тебе? Может, бота поставить? Ну меня поставил. Ну да. Ну, я бы похитрее сыграл, я бы там хотя бы...